мечтать о профессии той или другой. Марина сказала, что хочет стать бабой-ягой. Мечты одноклассников в прошлом давно. Мы не космонавты, не звезды кино. И лишь у Марины в судьбе все сошлось, как должно. Когда мне не вмочь пересить беду и теряется суть в суете, я в гости к Марине напрашиваюсь без затей. Одна электричка в нечетные дни, глухой полстанок в болотной тени, а дальше волшебный клубок поспевать бы за ним. Марина нальет мне отвар и расскажет, легко ли ей жить, поживать, царевен будить, из Иванушек дурь выбивать. А я ей поведаю в общих словах про менеджмент змея по трех головах, и Ваньку Марина затопит на вещих дровах. Уймется тревога, да прежнюю думу навеет болотный рассвет. У нас ведь с Мариной могло быть тогда или нет. У чьих берегов вы бросать якоря, какие же птицы упущены зря. Да леший их знает, но с лешим я связь потерял.